У Гомельской области отзначается уздым захворывания на грипп и вострые респираторные инфекции. За опошние 3 тыдни колькость зворотов за меддопомогой узросла прикладно на 15%. Большасть захворываний – простудные. На грипп с початку сезона перехворели 42 жыхары в области. Усе выпадки анализуются. Мониторинг дозволить вызначить эффективность вакцинации и отримать информацию для распрацовки вакцин на наступный сезон. Специалисты упэўнены, дзякуючы иммунизации, сёлетняя эпидемичная ситуация не станет надзвычайной. Нагадаем, прышчэпкі супраць грыпу зрабіла больш як 40% насельніцтва рэгіёна. Кто не привит, то здесь, в принципе, можно рекомендовать. Ну, первое, это не специфическая профилактика. Сюда мы, как бы вроде и звучит не странно, но мы рекомендуем в первую очередь мыть руки. Почему? Потому что входными воротами для вирусов в первую очередь являются слизистые оболочки. Это слизистые оболочки не только губ, но и глаз, и носа и так далее. Второй момент, значит, ну, вот учитывая, что сейчас сезонный подъем, то есть как бы ограничить посещение мест скопления людей массовых, особенно с детьми. Дарэчы, сезонный уздым захворывания на грипп и вострые респираторные инфекции у гэты перыяд назирается штогод. Должится ён прикладно 3-4 тыдні, после чего идзе на спад.